Давай. Снимаю. Привет, друзья. Здравствуйте. Вот. Хочу одну вещь показать. Не эту, что сейчас показываю. Нет, здесь начали... Я не вещь. Не тебя, я. Сняли батарею. Одну. Другую там в другой комнате откручиваем. Пришел там сантехник с домоуправления. Воду спустил. И сейчас снимаем. Эту открутить не идет. Придется отрезать. Ладно, я тут хотел показать вещь такую. Такое чувство, что дебилы строили дом. Этот. Вот батареи, прикрученные на держатели. Он, конечно, весь тут уже отрезан, поломан. Но такие держатели к стене прикручиваются, прибиваются, и тогда вставляется батарея. Вот она. Значит, прибивали дюбелями. Старыми. Ну, это нормально. Раньше с пистолетом стреляли с дюбелей. Нормально, он тут 5 сантиметров длиной, все хорошо. Вот этот прибит дюбелями. Претензий нету. А в другой комнате прибит этот кронштейн вот таким гвоздиком. Сколько он тут сантиметров, этот гвоздик? Подожди-ка, сейчас. 20 сантиметров. Такое чувство, что дебил строили. Как я завидую. Хорошо, что не полметра гвоздь, а то насквозь вылез бы на улицу еще. Строили? Ну да. Завезли по полметра, по полметра. Точно. А стоит батарея. Ну что, ровно с подоконником нельзя было поставить? Почему не на потолке ее прикрутили еще? На потолке надо было, лучше смотрелось бы. Вот такие минусы были, да, в советское время. Ну и сейчас есть новые дома, будет, когда попадется, я покажу цирк и в теперешние времена. Смеемся много где. Ой, так, мы тут мало что сделали за эту неделю. Понедельник, вторник опять не работали. Я лежал, лежачее положение было. Панская болезнь. Панская болезнь, да. Редикулит схватил. Продуло в понедельник, нет, это не этот понедельник, прошлый понедельник так продуло, что спина разболелась, но всю неделю еще отработал. Вроде бы уже в пятницу лучше стало, намного лучше, все уже думал, в субботу опять. И в понедельник пришлось аж не выйти на работу. Не лечь, не встать, не сесть. Ну вот, за 2 дня очухался, сегодня четверг, нормально уже. Вот мы в пятницу тогда закончили прошлую эту стенку всю, где здесь куча проводов было. Ну, правда, там еще кусочек чуть-чуть не закончено. Еще надо будет здесь провести для звонка. Вернее, он уже есть, но еще дальше. Домофон. Коробочку поставить. Но уже все гипсом заклеено. Интернет весь уже здесь, в коробочке. Там подведен электрический еще провод. Ну, в розетке, вернее, розетки будут ставиться. 4 штуки. Ну и вот, 2 батареи снял. Кронштейны сейчас вот откручиваю. Ну вот, я чувствую все здесь. И вот здесь такой самый длинный гвоздь. И здесь. Что, дюбеля кончились, как-то неясно. Ну вот, потом этот буду снимать. Здесь открутить нет проблем. Здесь все легко откручивается. А вот тот в комнате, там проблема, придется отрезать. И еще, если надо будет там резьбу удлинить, сделать. Ну и все. Что тут по мелочам копаемся. Тут работал Ромас. Вот, сняли батарею, есть надпись. Тоже мастера. Ромас. Ромас, точно. Так и ты напиши. А что я напишу? Вита и Лео. Угу. Халтурили тут. Халтурили. Подрабатывали.
Два студента. Два дебила это все. Ну, одним словом, мало что сделали. Закончили эту стенку. До конца. Розетки еще осталось здесь высверлить. А, все. Закончил трубы. Спрятал. Перед окном не видно. Такую коробочку здесь сделал. Трубы, если понравится хозяину квартиры, то и другие комнаты спрячем. И красить не надо трубы, а то они такие страшные. Но здесь уже не запрячешь. Так, внутри это уже фольгу уложили. Внутри фолию под положили. Чтобы не уходило, стекло не уходило. Ну да, такая. Тут она на каком-то... Ай, какой-то я не знаю, что здесь. Синтетика. Здесь блестящий такой материал. Какой-то синтепон полицировали. Да, на стену приклеили, чтобы как отражатель. И все. И будет тепло сюда уходить, вовнутрь. Ну и все. Начнутся углы, будем ставить. Еще чуть-чуть поштукатурим. Есть пара мест. Ой, здесь уже заровняло же. Все уже заровняло. Вот уже на этой неделе начнешь углы, да? Да. И когда углы поставятся, уже будет намного красивее, уже окантовка. И я уже завтра, наверное, бумагу начну на эту стену, швы доделывать. Угу. Вот бетоноконтактом, чтобы лучше штукатурка прилипла бы. Ну, здесь тонкий слой будет, просто как... Гипсовая штукатурка, просто как ну, шпацлем ошпаклюем, там пару миллиметров толщиной. Так уже не выделяться. Да. Полосы вот заделываются либо унифлотом, соединение с гипсом, либо унифлотом можно, либо где этот наш мешок? Либо вот таким мито. Мито А210. Гипсовая штукатурка. Что тут написано? Эластичная гипсовая штукатурка. Ну и все. Завтра высохнет. Бумага клеится. Ну, уже я показывал. Потом опять унифлотом. И тогда шпаклюется. Все, трещин не будет. Никогда. Но есть только землетрясение в 6-7 баллов. Тогда. Может быть. Кто его знает? Ну и все. Я на этой неделе закончу. Поставлю вентили. Такие. Поставили ручками вниз. Потому что тогда закрутилось до конца. Желательно до конца лучше. И все. И здесь уже не будет мешать. А батареи уже поставим после покраски. И на следующей неделе займусь туалетом, ванной, всей сантехникой. 2-3 дня, может, и сделаю. Не знаю. Что, кран? Это... Как это? Грунт этот? А? Кварцевый, с кварцевым песком. Ну и все, на этом короткий репортаж заканчиваю. Трудимся дальше. Следите за работой. Всем пока и удачи. Пока.